Доброго времени суток, мои дорогие любители жестокости и насилия, и сегодня мы играем на Майкле Майерсе. Да-да, на том самом легендарном Майкле Майерсе, главном антагонисте серии фильмов «Хэллоуин». И скажу вам, это чертовски харизматичный парень. Да. Красавец мужчина, что еще о нем сказать? Опа. Опа, опа, опа. Вы что такие странные? Ребята, иди сюда. Да, на первой стадии, конечно, тяжело за вами гоняться. Поэтому мы по-быстренькому возьмем вторую и пойдем. Как видите, я играю без перков Майерса, потому что у меня мало опыта игры на этом киллере. Я взял более привычный. Но, думаю, мы еще наверстаем. Ну что такое, блядь, а? Кто тут лечится? Прям на максимально открытом месте. Наказано. Ну-ка, иди сюда, Мэгги. Раз. А, тебе не повезло. Ой, как тебе не повезло. Тут есть? Нету. Ладно. Осколок будет? Давай осколок. Я жду этого. Нету? Нету осколка? Чего? Чего? Ай-яй-яй-яй. Кладета, ну-ка сюда иди. Сюда иди, я тебе сказал. Жрём. Все, с тебя мы все выжрали. Раз хит только. Ничего себе ты как стартанула. Ай. Да не-не-не-не-не, не проканает. Опа. Ай-яй-яй. Да не-не-не. Опа. Тебе крышка. Пошла вон. Минус один, господа. Тара-тара-тара-тара-тара-та-та-та, блять, обожаю эту музыку. Вот это ты зря, братан. Ты подставил свою подругу, ублюдок. И. Ну серьезно. Ай. Как же некрасиво. Как же некрасиво просто взять вот так вот и дисконнектиться. Сюда иди, молодой человек. Ой. Я хотел поговорить с вами о боге. Ну камон, ребята, ну это уже, блин, даже не смешно. Прощай, Кладета, мы запомним тебя. Особенно я. Потому что ты была первая жертва моего мементо мори на Майкле. О, здорово. Хех, здорово!
Туру-туру, вот теперь я точно тебя порежу. Иди сюда, иди сюда, иди... Опа! Прямо в сердце. Интересно, у твоего друга есть яйца? Он спасет тебя? Виси, блядь. Или твой друг Пуська? Ну ты же не это Пуська, грёбаный, давай. Сдался. А друг твой трус в люк уйдет, да? Понятно все с вами. Тоже мне команда, блядь. В смысле? Где это сыкло? Он все это время прятался в подвале, лол.